Вас вітає інформаційна служба телерадокомпанії «Гомель». У студії працює Євген Побаловець. Глядіть у нашому випуску. Сьогодні у Мазирі відкрився новий дитячий сад. Скаути шотландського Абердіна приїхали у Гомель. Сьогодні у Білорусі означається День архівіста. Зараз опитаємо іншим більш подробязно. Сьогодні на Гомельщині здадено в експлуатацію ще один дитячий сад. Ця подія відбулася у Мазирі. Яслі сад номер 40 знаходиться на бульварі Юнацтва. Його будівництво проходило у рамках реалізації державної програми соціально-економічного розвиття і комплексного використання природних ресурсів Прип'ятського Полесся. Згодно з проєктом, в установі предугледжені зали для фізкультурних, музичних, танцевальних і гімнастичних заняткав, а так само басейн, помешкання дитячої творчості, харчові і медицинські блоки. Увазі, гомельчан! 7 кастрычніка за будаўнішых работ скорректированы рух транспорту по Інтернаціональній вуліцы. Штодня з 8.30 до 18.30 проїжджаць тут зможе тільки громадський транспорт. При гэтым будзе закрыты прыпыначны пункт вуліца Гагарина. Такі режим захаваецца до 25 лістопада. Аб'язныя маршруты прадугледжаны по вуліцах Фрунзе, Пролетарскай, Рэшыцкай і Сялянскай, а таксама Богдана Хмельницкага, Бочкіна, Украінскай і Гагарина. Сярод змен таксама адкрыццё двухбаковага руху на некаторых участках па вуліцах Сялянскай, Гагарына і Катуніна. Забаронены паварот налево з вуліцы Савецкай на вуліцу Білецкага. Устаноўлены дарожныя знакі, якія забараняюць прыпынак і стаянку транспарту па Гагарына, Пляханава і завулку Спартака. За парушэнне аўтамабілі будуць эвакуіраваны, а вадзіцелі прыцягнутыя да адміністрацыйнай адказнасці. Сегодня в Беларуси означается День архивиста. Своим профессийным святом у Гомельской области его лишит больше 150 человек. Головным институтом этой службы в нашем регионе является Державный архив Гомельской области. Тут заховывается 500 тысяч документов, которые датуются с 1917 года. Информация архива представляет интерес не только для мясовых жихаров. Запыты поступают из России, Украины, Израиля и многих других стран. Цікавят звездки социально-правового, майомосного и историчного характеру. Причин для науковых доследований информация представляется бесплатно. В уголе за месяц тут отказывают на несколько сотню запытов. Зараз фонды сховища активно переводят у лишбовый формат. Архивы – это самая важная сфера и деятельность нашей работы. Потому что без документа человек не является человеком. Все начинается с документа. Потому что, не зная свою историю, не может существовать общество, человек и так далее и прочее. Поэтому, уважаемые коллеги, разрешите вас поздравить с самым дорогим для нас архивистов праздником, потому что история складывается с чего? С документа. А мы хранители этого очага. Скауты шотландского Абердина приехали в Гомель. Тут яны прабудуць тыдзень і за гэты час наведаюць некалькі гімназій, гарадскі сацыяльна-педагагічны цэнтр і абласную асацыяцыю дзяцей і моладзі АСДЭМА. А сёння яны пабывалі на сустрэчы з прадстаўнікамі гарадской улады. Сябраўскім адносінам Гомеля і Абердзіна 26 гадоў. Пабрацімскія стасункі існуюць не толькі на паперы. Штогод з'яўляецца новыя накірункі сумеснай дзейнасці ў розных сферах. Рэалізуюцца сацыяльныя, медыцынскія, культурныя і адукацыйныя праекты. Сёлета з'явілася і новая галіна супрацоўніцтва – абмен вопытам па планаванні гарадоў. Гомельскія горадабудаўнікі знаёмяцца з шатландскай архітэктурай, іх спецыялісты прыязджаюць да нас. Што да абердзінскай арганізацыі скаутаў, то гэта ўжо 21-й візіт у Гомель. Самый запоминающийся фрагмент города – это парк, центральная улица Гомеля и национальная еда – драники, блины и борщ. Я не изучаю русский язык в Абердине, но рад той языковой практике, которую смогу здесь получить. Также очень впечатляет архитектура Гомеля. Здесь очень красивое здание, и я надеюсь, что увижу еще много интересного, и у меня останутся самые приятные воспоминания. Водоема Гомельская в области обновляясь популяцию стерляди. Специалисты сподаются, что гэты прадстаўнік семейства асятровых освоит свою экологичную нишу без шкоды для інших прадстаўнікоў ихтиофауны. На зарыбленні Прыпяти побывали наши корреспонденты. Больше 2 тонны шупаков и стерляди выпустили у Прыпять специалисты природной аховы. До 70-х годов минулого стагодия у реках Беларуси стерлядь была довольно шматликой промысловой рыбой. А зараз ловится одинковыми экземплярами. Вид уключен в червоную книгу. Апошние 2 года специалисты спробуют обновить популяцию. Почему мы именно стерлядь и щука? Это, можно сказать, домашние рыбы, которые исторически уже сложились, они здесь жили. И им есть здесь кормовая база.
Кормовая база, сами понимаете, это главный элемент питания рыбы. 10 тысяч рублей каштовали мальки, яких закупили у двух рыбгасов. Это мытовые сродки членов Белорусского товариства поляўничих и рыболовов. С каждым годом все эти хищника меньше и меньше. Вода падает, воды нету. Я не знаю, куда это... И рыбаков очень много стало. И вылавливают не то, что всю рыбу. И маленькую, и большую, и среднюю. Частково ситуацию погаршает сама природа. Засуха, отсутность годного разливу, и рыба не растится у речища, а не у пойми раки. У вынику икра не програется солнцем на мелководье. До того ж, у речища яе амаль цалком з'ядают драпежники. Белорусские навуковцы рают зарыблять водоемы тыми видами рыб, якія гістарычна водились у Беларуси. В ближайшее время мы планируем зарыблять и реку Сож тоже. Может быть, в планах именно в том числе запустить сама. Значит, ну и опять же стерлядь тоже. Это очень интересный вид, который, вот, еще раз повторюсь, хотим установить популяцию. Евген Побаловец, Марина Северьянова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Белорусская молодежная громадская организация вартовальников пожарных отзначает свое 15-годие. До этой даты примерковали республиканскую акцию «Молодцы за безпеку». Активисты помогают шмадетным семьям, одиноким состарылым и инвалидам. Сустракаются с ровесниками и рассказывают про свою организацию. А кроме того, акция вышла и на хвале радиостанции «Гомель-ФМ». На территории Гомельской области проходит республиканская акция «Молодежь за безопасность», которая приурочена к 15-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Именно эту дату отмечаем мы в эфире радио «Гомель-ФМ». Вместе с тобой участвуем в специально приготовленной акции. Спочатку, корыстаючыся подказками диджея, радиослухачам треба было знайти службовый автомобиль МНС. Зрабіць гэта оказалось нескладана. Ехали с супругой в автомобиле и слышали радио, и услышали. Были неподалеку, сразу подъехали, оказались первыми. Той, кто первым вызначил место дислокации автомобиля, у прямом эфире радио Гомель ФМ отказывал на несколько питаний об белорусской молодежной организации воротовальников пожарных и МНС. За правильные отказы удельники отрымливали подарунки. Дарэчы, зараз белорусская молодежная громадская организация воротовальников пожарных одна из найбуйнейших организаций Беларуси, якая дзейнічае во всех яе регионах. У ее радах каля 170 тысяч человек. Активисты БМОСП активно участвуют во всех мероприятиях, конкурсах, слетах, республиканских акциях, проводимых под эгидой Министерства по чрезвычайным ситуациям. Оказывают помощь многодетным семьям, престарелым и пожилым людям. Протягнется акция «Молодь за безпеку» до 15 кастрычника. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Вечер, коли кино оживая. У концертной зале городского центра культуры гучала музыка с фильмов, якія стали сусветной классикой. Знакомитые композиции с таких блокбастеров, как «Гульня престолов», «Пираты Карибского моря», «Титаник» увайшли у программу под назвой «Сусветные саундтреки». Следующими ее представили музыканты державной установы «Гомельские городские оркестры». Над программой працавали больше 50 музыкантов. Первый проект «Сусветные саундтреки» у Гомеля прошел в червине с великим успехом. Зараз у зале так само не было свободных мест. Проект «Мировые саундтреки» действительно очень популярен. И, наверное, потому что мы сделали шаг вперед навстречу людям, навстречу их интересам и вкусам. Было огромное количество просьб повторить этот концерт еще раз, так как столько людей уже чуть ли не перекупали билеты, поэтому этот концерт пройдет в третий раз. Пока более точной информации я сказать не могу, но ждите, этот проект имеет продолжение. Гэта і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Пабалавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.